Эксцентриссимо. Богатые и знаменитые часто бывают бестактны. И даже ситуации и места со строгими правилами не могут их обуздать. На похороны своих коллег и близких звезды наряжаются почти так же, как на сцену. А если умрет известный модельер, то грех не надеть что-нибудь от него на его собственные проводы. 20 лет назад на панихиде по Джани Версачи большинство собравшихся знаменитостей были одеты в Версачи. Принцесса Диана и Элтон Джон нашли в своих гардеробах черные вещи от известного дизайнера, но некоторые другие гости. Таких не обнаружили или не захотели поискать. Так что читавший службу священник даже язвительно заметил, что все тут собрались не для представления, а для акта веры. На похоронах другого модельера Александра Маккуина Кейт Мосс блистала в меховом палантине и в сапогах на 13-сантиметровых шпильках, а Наоми Кэмпбелл появилась в наряде из перьев и в золотых сапогах. Можно бы побрюзжать, мол, у звезд ничего святого не осталось, но нам от ответит огромная армия тех, кто привык на смерти зарабатывать. И это не только изготовители гробов и венков. Теперь есть похоронные ивент-менеджеры и дизайнеры, ритуальные модельеры и визажисты. Эксцентриссимо.